Это была не пустыня, а степь. Тут не было даже саксаула. Солончаки и голая серая земля. Они возникли, как мираж. Стайка юных верблюдец. В них не было ничего реального, по-настоящему, даже ничего верблюжьего в них не было. Горбатые, лупоглазые, они приближались стремительно. И на ходу подскакивали мохнатые горбы. Когда они были уже совсем близко, на расстоянии пары метров, они остановились, столпились вокруг небольшой прогалины, уставившись на то, что там лежало. Это были какие-то тряпки, бесформенные.